Всем привет! Сегодня мы с вами на Pontiac Lake Trail. Я не буду долго про него рассказывать. Это довольно-таки длинный трейл, кольцевое движение. Один из самых моих любимых, а может быть даже, наверное, самый любимый мой трейл. Расположен он в Waterford, Мичиган. Находится возле озера, в лесу. Прекрасная природа, прекрасный трейл. Замечательно. Сегодня пораньше утром встал, так как погода осенняя подарила хороший день для поездки. Немного, конечно, холодно, порядка где-то 2-3 градусов сейчас. Но это никого не останавливает от классной поездки. Так что едем и посмотрим, что здесь есть.
Хорошо, прохождение трейла закончилось. Сегодня я был не один, со мной был Сергей. У него тоже свой канал есть, называется Сергей МТП. Ссылочка будет где-то тут. Вот, так что все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Сергея. Будем делать для вас видосы. Все, всем пока.